Друзья, всем привет! Это второй выпуск полезного плейлиста, и сегодня мы в нем поговорим, как добраться из аэропорта до города. В нашем случае это город Анталия. Но если вы собираетесь в другой город, не переключайтесь, так как в этом выпуске вы сможете почерпнуть для себя много всего интересного. Первый способ – это трансфер, на нем мы даже не будем останавливаться, так как это самый простой способ. Его вы можете заказать, или же он входит в стоимость вашего билета. Вторым способом является у нас аренда авто прямо из аэропорта. На территории аэропорта находится несколько офисов, где предлагают взять машину на прокат. Они находятся на нижнем этаже обоих терминалов, в зоне прибытия. Чтобы не втягиваться в условия на месте, можно заказать машину через интернет. Ссылку на сайт я оставлю в описании. Третьим способом добраться в город до отеля – это взять такси. Этот способ не является бюджетным, так как нам, например, поездка в 15 километров от аэропорта до отеля обошлась примерно в $20. Четвертым и, пожалуй, самым недорогим способом является общественный транспорт. Из аэропорта Анталии в город можно добраться одним из двух маршрутов. Автобус номер 600 следует из аэропорта Анталии до автовокзала. Отправление каждые полчаса, начиная с 6 утра и до полуночи. Есть два дополнительных рейса в 1:15 и в 3:45. Автобус номер 800 доставит вас в район Анталии Лара. Интервал движения 2 часа. Первый рейс отправляется в 6:15, последний в 23:45. Маршрут и того, и другого автобуса проходит через оба терминала. Автобусная остановка находится рядом со стоянкой такси. Оплата общественного транспорта производится по карте. Наличный водитель не возьмет. Полезный лайфхак. Для удобного пользования общественным транспортом советую скачать еще дома приложение Анталия Карт. С помощью этого приложения вы сможете составить маршрут своей поездки, выписав номера нужных вам автобусов на листочек, так как интернета по прилету у вас не будет. Подведем итоги. Сегодня мы с вами узнали несколько способов, как можно добраться из аэропорта до города. Но исходя из личного опыта, могу сказать вам, что путь из дома до аэропорта и сам перелет потратит значительную часть ваших сил и рационально будет воспользоваться услугами такси. Но это лишь мое субъективное мнение. В конечном итоге выбор остается все равно только за вами. А на этом у нас все. Не забывайте подписываться на наш канал, делиться своим мнением в комментариях, насколько был полезен для вас этот выпуск, ставить лайки. До новых встреч, друзья!